хочу прочитать отрывок из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». У этой поэмы есть другое название – «Книга про бойца». Поэма стала одним из главных и лучших произведений в творчестве поэта, прославляющих подвиг русского солдата. Ведь Василий Теркин – это собирательный образ солдата Великой Отечественной войны. Поэма начала печататься в газете с 1942 года и была закончена в 1945 году. Сам автор был участником военных сражений. Жить без пищи можно сутки, можно больше, но порой на войне одной минутки не прожить без прибаутки, шутки самой немудрой. Не прожить, как без махорки, от бомбежки до другой, без хорошей поговорки или присказки какой. Без тебя, Василий Теркин. Вася Теркин – мой герой. А всего иного пуще не прожить наверняка, без чего, без правды сущей, правды прямо в душу бьющей, да была б она погуще, как бы ни была горька. Что ж еще? И все, пожалуй. Словом, книга про бойца. Без начала, без конца. Почему так без начала? Потому что сроку мало начинать ее сначала. Почему так без конца? Просто жалко молодца. С первых дней годины горкой, в тяжкий час земли родной. Не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. Я забыть того не вправе, чем твои обязан славе, чем и где помог ты мне. Делу время, час забаве, дорог Теркин на войне. Как же вдруг тебя покину, старой дружбы верен счет. Словом, книгу с середины, и начнем, а там пойдет. Дорогие ветераны, спасибо вам за проявленное мужество и героизм. Поздравляю всех с праздником Великой Победы!